даже, казалось бы, с достаточно полной информацией о вражеской команде, она допускает ошибки и все равно погибает. Но, тем не менее, OG держится из последних сил. Ну, все равно в игре Unity ослабили свою хватку, они уже не так рьяно рвутся на хайграунд. Так, подходит инвокер, получает стан, есть БКБ, а что, дуэлька не будет? Нет, не будет дуэльки, его просто пытаются убить с руки, неужто уйдет? Нет, не отпустит туда. Уходит Дагер, что происходит? Никто не сделал эту тычку. Есть погоня, а она просто кастует тэп-аут, он улетает отсюда.